Жми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Грэнни очень захватывающая игра, в нее по сей день играют десятки тысяч людей, и практически каждый ее прошел. Все знают, что в этой игре основная цель – сбежать от бабули, собирая необходимые предметы для открытия главной двери. И многие, кто прошел эту игру, проходили ее бегло, не обращая свое внимание на мелочи, так называемые пасхалки, которые оставили разработчики. Вот, и поэтому сегодня я вам покажу секретики, пасхалки, на которые все-таки стоит обратить свое внимание при прохождении Грэнни и лишний раз запустить игру. Так что досмотрите до конца, чтобы ничего не упустить. Нажмите лайк, если вам понравится. И после маленькой рекламки мы с вами продолжим. Сегодня мой день. Yeah. Я сэкономил деньги. Деньги? Я знаю, где есть. Что? Лучшие цены. Не сливай всеми деньги. Закупайся лучше тут. Запомни, сэкономишь на susbuy.ru. И не найти тебе цен дешевле. Проверяй. Да, это ведь susbuy.ru. Susbuy. Ссылка в описании. А по моему промокоду Райли ты получишь скидку в 10%. И начнем мы, пожалуй, с маленького секретика в главном меню игры. Вы наверняка не обращали внимания на бабулю, которая вертит головой из стороны в сторону, и на капкан, который сработает, если на него нажать. Далее у нас надписи, на которые стоит обратить внимание. Возможно, их оставила прошлая жертва Грэнни. Они гласят, что нужно убежать как можно быстрее из этого дома, и у нас есть только 5 дней. Смотрите внимательно, где они находятся. Следующее у нас мяско, которое находится в кладовке Грэнни. Точно неизвестно, чье это мясо, человеческое или же свиное. Но известно одно, то что оно свежее, об этом свидетельствуют следы кровушки-коровушки. Четвертый секретик или же пасхалочка связан с этим исписанным обрывком, который, возможно, исписала прошлая жертва Грэнни. На экране сейчас появится полный ее перевод. Из него можно много чего узнать. И я думаю, если бы игрок не прочел эту записку, то вряд ли бы смог пройти игру. А именно из-за того, что вряд ли бы сразу додумался запихнуть арбуз в гильотину и ее разрубить, чтобы достать оттуда предмет. Далее у нас в некоторых местах дома можно обнаружить явные следы прошлой жертвы. Это на кровати, на картине, видимо, пыталась что-то нарисовать в подвале и на окне, через которое, возможно, пыталась выскочить, но Грэнни не дала это сделать. Следующее, на что стоит обратить внимание, это нарисованный проект Грэнни. Да, посмотрите, находится он в домике на улице. Это проект гильотины, в который можно попасть после 5 дней. И, наконец, у нас мини-секретик. Начинали с мини и закончим мини. Так вот, посмотрите, если же взять мишку Тедди, то начнется учащенное сердцебиение, и бабуля будет пытаться вас поймать. Но секрет не в этом, а в бабулиных глазах. Когда мы возьмем Тедди, они становятся красными, а когда выбросим, то обратно белыми, и так до бесконечности. И выглядит это довольно забавно.
Напишите обязательно в комментариях, чтобы я знал, что вы знали, а что нет. Мне очень интересно. И внимание, привитос от меня сегодня получает Семен Варламов, привет тебе, Алексей Шейко, и большой пламя привет тебе, Руслан Селюнин. Спасибо вам, друзья, огромное. Я вам очень благодарен за вашу поддержку. Спасибо и тебе, дружище, за просмотр. Ставь лайк, если все понравилось. Подписывайся и жми на бубенец, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Вот жми на этого тигра и глянь мои видосы. А с тобой был, как всегда, Райли. Желаю тебе удачи, хорошего настроения, никогда не болей, береги себя и увидимся в новых видео. Пока!